В Алтайском государственном университете стартовала акция по высадке деревьев в Бобровском заказнике. Это позволит восстановить лесные площади, которые были уничтожены пожарами. Причиной пожаров стало недобросовестное отношение людей к природе. Главная задача акции – показать студентам, как сложно посадить и вырастить лес. Мы занимаемся посадкой деревьев, вот таких вот маленьких. Мы надеемся, что они все приживутся. Здесь будут новые сосны. Конечно, очень жаль, что столько выгорело. Мы надеемся, что наше дело зря не пропадет. За 3 дня акции планировали посадить около 40 тысяч деревьев. Но уже в первый день было высажено 52 тысячи.